Как вам известно, вчера после осмотра я принялся исследовать недуг нашего повелителя. Что же ты скажешь? Добрые вести, госпожа. Все не так плохо, как мы боялись. Я нашел лекарство. Это снадобье исцелит повелителя. Хвала Всевышнему. Что это? Весьма сильное средство. Настойка лакричного корня. Оно помогло многим больным, страдавшим желудочными болезнями. О, Аллах всемогущий, хвала тебе. Ты услышал мои молитвы. Исхак Эфенди, проси, что пожелаешь. Пусть повелитель поскорее поправится. Лучшей награды и быть не может, госпожа. Хвала Всевышнему. Он услышал мои молитвы. Я говорила с Исхаком Эфенди. Он снадобье нашел. Я ведь говорил, госпожа. Довольно переживать и изводить себя тревогой. Озари меня улыбкой. Я улыбнусь тебе в ответ. Радость твоя всего дороже. С благоволения Аллаха. Мы одолеем и эту напасть. Кюсэм. Я решил поженить Дилирубу Султана и Давуда Пашу. Прошу, займись подготовкой сама. Я хотел бы, чтобы эта свадьба рассеяла мрак, что царит над нами. Я думала, ее супругом станет Халиль Паша. Дилируба виделась с Давудом Паше много раз. Я понял, что у нее на сердце. И не смог ей отказать. Когда на кону счастье твоих близких, ты пойдешь на все. Госпожа, вот счетные книги гарема, если желаете взглянуть. Оставь их пока, Джанет. Нашли лекарство от болезни повелителя. Он поправится. Это счастье, госпожа. Да хранит его Аллах. Тучи над нами рассеиваются, хвала Всевышнему. Повелитель решил поженить Дилирубу Султана и Давуда Пашу, чтобы всех нас роскошным праздником порадовать. Скажи Халиме Султан, пусть приступает к подготовке. И сообщи портным, хочу сшить красивое платье к свадьбе. Как прикажете. Как вы с Османом ладите? Давно вы не появлялись вместе. Мы с ним почти не видимся. А скоро и нужды не будет. Осман сказал, что уедет в Санжак. Кажется, он говорил вам об этом. И что же будет? Он уедет? Да, он сказал, что желает уехать. Однако еще рано. У вас есть время, сынок. Придет день, и вы оба уедете. Но не сейчас. Искендер. Наш повелитель решил мою судьбу. Пощадил меня. И я назначен Санджак-беем Марии. В ту ночь я сказал вам, что покину столицу.
Однако вы помешали этому. Раскрыли мою тайну. Смерти моей пожелали. Почему, госпожа? Зачем вы так со мной? Открыв истину, ты предпочел скрыть ее, Искендер. Я решила, что вы с Валиде строите заговор. Никогда в жизни у меня не было мысли предать повелителя. Не бывать такому. Но причина в другом, не так ли? Вы ведь желали отомстить, София Султан. За вашу сестру. Если бы повелитель велел меня казнить, вы бы рассчитались с ней. Все, что я делала, было во благо повелителя и Османской империи. Нет у меня ни малейшего доверия к твоей матери. Отныне перед вами не хранитель покоев Искендер, а Шахзаде. Подбирайте слова. Я будущая династия. Да. Подойди, душа моя. Ну же. Я слышала, ты Искендера помиловал. София Султан, должно быть, торжествует. Она любой ценой попытается усадить на трон своего сына. И когда придет этот день, Искендер сам будет не прочь. Этого не будет. Откуда такая уверенность, Ахмед? А если он в Санджаке бунт устроит? Отныне он угроза для тебя и наших детей. Кюсэм. Я же не прошу казнить его. Но пусть хотя бы останется в столице, так он будет у нас на виду. Искендер не так уж и безгрешен, Ахмед. Он давно нарушил данную тебе клятву верности. Может, он и не жаждет трона и власти, но он покушался на самое ценное, что есть у тебя в этом мире. Я знаю, Кюсэм. Знаю. Повелитель, как вы велели, мы отправились в дом Искендера, чтобы схватить его. И там я нашел вот это. Смею полагать, нечестивец питает безнравственные чувства к госпоже. Однако уверяю, госпожа безгрешна. Она ничего не знает об этом. Клянусь жизнью своих детей, тебе не в чем меня упрекнуть. Кюсэм. Кюсэм моя. Я могу усомниться в себе, но в тебе никогда. А что до Искендера? За свое предательство он непременно поплатится. Обещаю. Передохнем здесь. Сегодня, когда повелитель позвал меня к себе, я думал, все кончено. Но я ошибался. Как и всегда, повелитель
поступил справедливо. Ты уже дважды представал перед судом повелителя, Искендер. В первый раз ты был лишь новобранцем. А сейчас ты Шехзаде. Чему я не перестаю удивляться. Подумать только. С той поры многое изменилось. Прежде всего, я сам. Однако, одно осталось неизменным. Моя верность повелителю. Знаю, Искендер, знаю. Из-за всех этих событий я совсем голову потерял. Прости, если обидел. Не держи на меня зла. Прошу тебя. Что вы, Паша? Как я могу обижаться? Эту могилу для меня вырыли, да? Повелитель приказал тебе убить меня. На колени, Искендер. Шехзаде Искендер Хазретлери. По приказу султана Ахмедхана. Ты приговорен к казни. Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. И свидетельствую, что Мухаммед – посланник Его. Будьте спокойны. Если я хоть что-нибудь значил для вас, простите меня. Я от всей души дарую вам прощение. Прощаю тебя, Искендер.
Похорони Шахзаде, как подобает. Упокой Аллах его душу. Вы говорили с повелителем, мама? Ему уже известны мои намерения? Я еще не разговаривала с ним. Сейчас у нас трудные времена. Я найду время и заведу этот разговор. Я не дитя, мама. Я ведь вижу, вы говорите неправду. Что за слова, Осман? Разве нет? Мехмеду вы сказали, что я не еду в Санджак. Если вы не намерены говорить с повелителем, тогда я сам. Я твоя валиде, и я лишь добра тебе желаю, Осман. Придет время, и ты непременно уедешь, но пока рано. Ахмед, я бы хотела с тобой сейчас кое-что обсудить. Я тебя слушаю. Это касается Османа. Он вырос, стал ответственным и мужественным. У него горячая кровь. Он в Санджак хотел бы поехать. Нет, рано, Кюсэм. Поедет, когда настанет время. Поверь, я согласна с тобой, Ахмед. Но они из-за этого опять с Мехмедом повздорили. Что станет с этими детьми? Чтоб поссориться, им даже повод не нужен. Я поговорю с ними. Постараюсь объяснить, что братская связь бесценна. Но поймут ли они? Я боюсь, что никогда не наступит согласие, и они станут врагами, если взаимный гнев будет расти. А когда один из них на трон зайдет, он должен будет от брата избавиться. Ты не думал об этом? О том, чтобы закон изменить. Я постоянно об этом думаю. Так в чем же дело, Ахмед? Твоего решения достаточно, и никто не станет возражать. Все шахзады имеют равные права. Разве обязательно по старшинству передавать престол? Ведь семья одно целое. Мы не можем в это вмешиваться, Кюсэм. Это решать не нам. Тот, кому по воле Господа это выпадет, на престол и взойдет. Иншаллах, мои дети, как и я в свое время, не казнят своих братьев. Да. Повелитель, простите, что беспокою, но дело весьма важное. Говори, Хаджага. Повелитель. Шахзаде Мустафа. Ну же, Хаджага. Шахзаде Мустафа вышел на крышу. Но зачем? Не знаю, повелитель. Признаться, мы за него испугались, если честно. Он выглядел не слишком хорошо. И где же Мустафа теперь? Повелитель, мы не знали, как нам поступить. И привели его сюда. Пусть войдет. Стража? Отпусти. Мой корабль ждет. Отпусти! 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 Ты хочешь лишить меня свободы? Открой! Открой! Мустафа! Я уйду! Мустафа. Я вырвусь отсюда! Мустафа, отпусти. Постой! Отпусти! 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 Мустафа, я успокойся! Ухожу. Мустафа! Мой корабль ждет меня.
И меня здесь никто задержать не сможет. Мустафа, что ты я говоришь? Я уйду, отпусти. Мустафа, отпусти! Приди в себя. Ты меня не задержишь, я приди тебе говорю, сюда, отпусти, Мустафа. Я ухожу. Мустафа! Отпусти, отпусти, Мустафа, отпусти, успокойся. Отпусти, Мустафа, прекрати, отпусти, опомнись, отпусти, приди отпусти, в себя, отпусти, Мустафа. Прекрати, прям. Я уйду. Мустафа, прости. Брат? Прошу, помоги мне. Что с тобой случилось, Мустафа? Что с тобой, Мустафа? Мне страшно, брат. Может, ты мне снова палачей пришлешь? Мустафа, я не трону тебя. Я ведь тебе слово дал. Твое слово для меня пустое. Я не могу спать по ночам. Я вижу тени, какие-то голоса слышу. А каждую ночь ко мне убийцы приходят. Это так тяжело. Но ведь... Поэтому я хочу уйти. Отпусти меня. Брат, я тебя прошу. Прости, пожалуйста, Мустафа. Отпусти. Прости меня. Прости. Прости меня, брат. Пожалуйста. Что же я с тобой сделал? Что я сделал? Прости меня, брат. Что я с тобой сделал, Мустафа? Мустафа. Прости меня, Мустафа.